родилась в Воронеже, болею за клуб, приехала учиться сюда и здесь просто пришла поболеть за Воронеж, за победу. Встретили на Невском Дмитрия Анатольевича Пятибратова, пожелали ему успехов. Он сказал: ребята, мы поборемся, покажем, на что мы способны. Ну а мы что? Мы всегда поддержим наш любимый клуб в любых там ситуациях. Плохо ли, хорошо ли, мы всегда приедем и всегда поддержим. Люди приехали поболеть за «Факел» с разных городов. С Москвы, даже с Питера, с Баку и ряда других городов. Ну, понятно, с Воронежа, потому что мы верим в команду. Только позитивные эмоции, общение и футбол объединяет. Бывает легких времен же. Надо поддержать даже в такие времена. Я верю, что все будет отлично у нас. Мы болеем за «Факел», только победа. Мы все-таки с радостью сегодня сюда приехали. И несмотря ни на что, будем поддерживать наш любимый клуб. Игры с ними всегда напряженные и интересные. Но мы для того и ездим, болеем за командой, чтобы верить в нее. И сегодня тоже верим, что игра будет достойная. Мы семья болельщиков нашего родного «Факела». Вот. Уже давно по выездам гоняем. Соответственно, речи не стояло, поддержать сейчас клуб или нет, тем более в такой период. Поэтому мы здесь.